Вот такой лес, молодой осинник, кое-где березняк, березки. И здесь немножко влажный такой лес, но не очень, не совсем. Вот такие грибы – это ложные рядовки. А они даже не ложные рядовки. Это и не ложные пята, и не ложные рядовки. Вот молодой гриб, он блестит. Это паутинники такие. У них, у молодых, может быть, покрывальцы возле шляпки. Маугли там бегает, под березыки собирает, а я поганки, как всегда. Ну вот, чем он хорош? В том плане отличие его. Сейчас покажу, вот эти два очень красивые. А отличается он, вот такая вот ножка у него. Чешуйчатая, но это не грибы, чешуйки, чешуйчатки нет. Это типа паутинника. Сейчас маленький грибочек возьму и покажу. Вот эти очень красиво растут. Они все красивые. Они все красиво растут. Совсем вот этот вот маленький. Ага, вот. Вот в чем его и различие. У него паутинка на пластинках у молодого. А у старых раскрывается. Вот. Такие. Не знаю, может, некоторые... Они пахнут вкусно. Не знаю, может быть, их кто-то и ест, коричневые паутинники. Но я что-то не пробовала. Я только паутинник фиолетовый пробовала. И то это была рядовка. Ну ладно, все на этом. Лес загадочный. Пусть остаются грибы, кому они нужны. А мы уходим. Всем пока-пока.